Лягушкой, но ее поцеловал на болоте принц Арчибальд, и она стала кроликом зеленым. Загар остался лягушачий. Прикол. Фу, мальчишки, какие вы противные бываете. Странно. Чего странного? Опять мне шах. Почему мы такие странные? Мы нормальные. Почему я кролик, а не девочка? Или бабочка? С красивыми крыльями, легкая-прелегкая, умела бы летать. Ах, как это ужасно! Капризы, да? Ты тоже нормальная. А вот я точно вампирский кролик! Классно же! Ой, у меня, кажется, голова болит и кружится. Конфузит. Все, тут нам не шах, а мат. Ой... Меня сделали из конструктора крольчатских фран-фран-титишек. Франтишишек. Франкенштукен! Была бы ты сестренкой зеленой девчонкой, я все равно был бы вампирским мальчишкой. А я бы остался коротышкой. Это неправильно, мальчики. Мне тут надоело. Хочу быть принцессой в розовом платье. О, как нашу капризулю понесло. А ты, брат? Кем хочешь стать? Крокодилом. Окей, пойду почитаю книжку с магией. Значит, Мэри у нас принцесса, а Адамчик крокодильчик. Хор, а я буду... Осторожней желание, внучок. Может обломиться крючок. Какой еще крючок, деда? На котором висит наш мир. Ну и чем я не вампир? Оскар, дай свет выключил. Он сам! А, спасите меня! Ура! Мы можем летать! Мы летучки! Ура! Адамчик! Не ешь в сухомятку, опять будешь икать. Мальчики, что происходит? Так кушать хочется, аж страшно. Опять ваш химик накуролесил. Накурусил? Ничего я не курокаруселил. Оно само, само куры крутит. Крутит крошку. Ох, воробка. Летучки-мышата. Ура! Полетели в небо. Лови. Эй,
Мышинды, осторожнее, больно! Мальчики, надо ловить еду! Непонятно, куда мы летим, но вдруг там пустота и нечего будет кушать. Эй, Арчи, друг, держи! Лови мой чемодан! Там книжка по магии, надо срочно! Че сразу Арчи? Как Арчи нужен, так сразу друг, да? Непослушные внуки, не избежать теперь разлуки. Замок разобиделся, теперь не скоро свидимся. Дедушка! Деда! Эх, так и полетим вместе. Куда? Откуда я знаю? Так, Мэрим, держимся вместе. Накроемся плащом Оскара, а то вся магия разлетится вместе с нами. Как прекрасен этот мир, ля-ля-ля. Как прекрасен этот мир. В каком чудесном мире мы жили. Вот так дождь и получается. Ничего себе! Вот долбанулся! Ай! Ай! Что такое? Упали? Прилетели! Откуда? С потолка! А, не, с неба! С какого неба? Из темноты! Нет, с потолка! Нет, с неба! С медного потолка! О! Хватит чудесить! Забудим как-нибудь под дудку, черную ямищу! Пропадем! Это не я, это он! Замок! Замок? Скажешь, что же, он же из камней! Замок! Мыши, вы где? За мной! Эй, а мы уже в норке! Мы уже смылись, Арчи! Уже бежим домой! Кыш отсюда, воротка! Крайне возмущена! Крайне! Лучше зернышко в кроличьей лапке, чем капуста с чужой грядки. Сварить-ка, сестрица! Моего любимого из малины. А мне кашу из тыквы. Мальчики, сначала уборка. Цените, внуки, мир, в котором живете, а то окажетесь в черном болоте. Заморочил всю голову деда, теперь не видать нам обеда. Да уж. Bunny Crassel, Crazy Crawl, the lighter is no good. Yeah, this is no use.
The logs are damp. This will keep me warm. Keeps me moving all along. This will keep me warm. Keeps me moving all along. This will keep me warm. Ooh, this will keep me warm. Keeps me moving all along. This will keep me warm. Keeps me moving all along. This will keep me warm. Keeps me moving all along. This will keep me warm. Without a nice warm, this will keep me there warm. Is no hope and no heart. How did they ever do this? Who did, Adam? The Cherokees. What Cherokees? I mean the tribe that grew cherries and made keys. That's so wrong. Move, Cherokee. You're wrong. That tribe grew cherries and made keys all the time. I saw it in a book. Why not apple keys? Okay, here comes a fire. Boys, I'm freezing. Sure you are. You say you're freezing. Everyone is. It's cold. Now I've caught a cold. I bet I have a fever. Adam, please fetch the thermometer. Hold on. Experiment one. Hey, why? Whoa! Now that's a reaction! What was that? A ghost of a fist! Let's write this down. Solutions 33 and 27 mixed together, they make a huge green fist! Hey, where's my magic book? Where's Mary? Boys? I think I fell downstairs. It's dark and cold down here. Is this the basement? Where am I? You're in the bunny castle, sister. Where else? Bunny brothers, let the butterfly out of there. She will make the castle warm again. Sure, and start a little fire. Let her heat the place from in there. Come on, wake up already. Fire it up! We're freezing here! See? It's hotter now. That is not real warmth. What then? I don't know. It's evil. It's burning. A real fire in a fireplace is kind. It makes a home cozy. What's not good enough? For whom? Where? For this fiery wackadoo. Why can't it just sit in the fireplace, making heat for us? Please let her go. Go where? There. To the logs. To the logs? Let's see. Don't you kids play with flame. It's very hard to tame. We know all that, Pops. We'll fix it. Did you see that? She is just crazy. I don't get it at all. Everyone needs a home. She used to live in the fireplace and made us warm. She did, but then she went nuts. Okay, let her stay here for now. And now, experiment two. Hey, look, it's going to crack. Yeah, it might. I'll bring some lye to make an extinguisher, just in case. Hey, brothers, it's a miracle. They're inside. Lots of what? Flames? Butterflies! They're so small, teensy-weensy baby butterflies. Our butterfly gave birth to babies. I guess that's why she was so nervous. And crazy. She was expecting. Big deal. They are just sparks. No, they are not. Hey! Careful! Keep it in! We need to find a home for each baby. What babies do you mean? These sparks? The butterflies' babies. Yeah, sure. Start a fire here. Where's the extinguisher? Crazy? That is her home. The fireplace. She's going to burn us all down.
him, okay? Oh, Mary the Fire Whisperer. He's a kind boy. He gets bad sometimes. I am kind. He's the bad one. Now I'm the bad one? Hey, I'm the goodest one. When a home is full of warmth and peace, all kinds of bad things cease. We are very nice. And we have a flame, which I took away. A home is the best, like a birdie's nest. One is not a birdie. Oops. A woodpecker? You're the woodpecker. Gotta stay on the way. What nest, you scarecrow? We live in a home. He's a little munchkin. I'm not a munchkin, I'm a mouse. Shoo, I'm going first. I'm second. Where are you second? Shush, my robe, I'm older and bigger, capiche? No, Fatso, no capiche. Fatso, you better watch your little bell before I punch it. Thank you.